Доброго времени суток, с вами Антикэп, и сейчас я вам расскажу о фильме «Пассажиры». Первое, что радует, это то, что кино нам показывает всего лишь нескольких актеров, то есть мы реально концентрируемся на персонаже. Это помогает сюжету, восприятию и в целом позитивно сказывается на просмотре. Сюжет у фильма интересный, иногда простоватый, но тем не менее захватывающий. Отдельно хочется упомянуть качественную графику и отличные спецэффекты. Герои, показанные в фильме, приятные и понятные, не говоря уже о камео других персонажей. Ну, потому что полноценными ролями это тяжело назвать. Задействованы знаменитые актеры, поэтому, конечно же, такие вещи радуют. В целом, по-простому кино заходит. Даже несмотря на то, что персонажи не всегда ценят то, что имеют. Ну, конечно же, все познается в сравнении, правда? Фильм затрагивает довольно глубокие философские темы, человеческие отношения и самокопание в душе. А такие темы хорошо заходят женской половине аудитории. Можете смело брать свою вторую половинку на просмотр. В целом, это одноразовый, качественный аттракцион, с отличными актерами, линейным неспешным сюжетом, моралью и позитивным осадком на душе. В кино можно идти смело. С вами был Антикэп, спасибо за внимание.